В четверг вице-спикер Государственной Думы и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский посетил совхоз имени Ленина. Он вышел из своего автомобиля, постоял на поле, попросил сопровождающего молодых депутатов поставить ему песню «Ягода малина нас к себе манила». «Малина нас к себе манила». Поругал чиновников за то, что они не разрешают Грудинину торговать земляникой в Москве. И даже дал поручение отправить телеграмму. Ну что, один день фестиваль? Он должен быть... Нет, ну фестиваль 3 недели. 3 недели, ну и что? Потом как-то, ну, замолчали. Уже, это же не проблема. Срочно мы направим. Направим. Еще срочно все связи направить Собянину, Мишустину и наказать чиновников, которые... Это сколько уже времени? Вот 2 недели? Да. В общем, обещал защитить совхоз имени Ленина от беспредела. Горячо поблагодарил за подаренную ему корзину ягоды и последовал обратно к автомобилю. Дюпин, да, Владимир. Дай еще раз в прессу. Сколько можно мешать работу? По всей стране. Рыбакам мешаете, аграриям мешаете, торговле мешаете, переработка мешаете. Но вы не можете дать новые машины, технологии и успеть дать деньги. Но когда все есть, вот она, готовая клубника, хозяйство, лучшее в стране и в мире. Нет, вот не продашь и все. Да и что это такое вообще? Дикость. Все будем помогать и ставить. Спасибо вам, пан Гриша. Будем все, что можно. Мы спросили его у двери авто, что он хотел бы пожелать жителям совхоза имени Ленина. Владимир, да. Жителям совхоза пару слов, пожелания. Хороший совхоз, великолепный директор Павел Николаевич. Дома хорошие, детский сад великолепный здесь. И больница, по-моему, своя есть. Нет, ну, поликлиника. Поликлиника есть. Столовая есть туда все. То есть это вот то, что надо делать по всей стране. Вот он сберег все это. Это должен быть образец. Тысячи людей приезжать каждый день, смотреть, уезжать, приезжать, поработать пару часов с утра, заработать что-то, или хотя бы пусть поедят, заработал тебе 10% твои, ну и покушаешь. Поэтому великолепно, это же говорю, вот все, там утопия, там какой-то там остров утопия, социализм, вот здесь, как раньше как называется, социализм, капитализм, ЗАО, ООО, работают люди, вот они работают и не мешайте. Вот ЛДПР лозунг, не мешайте работать. И торговать, это тоже работа. И вести, чтобы не тормозили. Это все мы будем держать под своим контролем. И добьемся, чтобы эти люди, которые... Ведь они же не просто товар производят. Это здоровье всей страны. Это лучше, чем врачи. Врач это уже, извините, мы не знаем, чем закончится. А здесь вот, кушайте. Если мы хорошо поработаем, врачам делать будет. В том-то и дело. И МВД меньше работает. Всем же лучше. И профориентация будет... меньше проблем. Вот он поймет, годится он для аграрной деятельности или нет. Готов он покупать дом в селе и так далее. Что одна польза. И прям седьмого класса, 10 лет, 12, как хочет, приехал сюда. Вся семья, папа, мама там или дети, организовать их все, вот это все. Летний лагерь трудовой, где он сейчас? Вот и давай сюда гоните всех на поля. То есть великолепно. Всем показывать и всячески поддерживать. Спасибо, Павел Николаевич. С вами был ТВ Совхоз. Следите за новостями, подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить лайк и оставлять комментарии под видео. До новых встреч!